Помните, красная таблетка заканчивается словами про эксперимент гарвардский взрослых, да? Вот, о том, что люди, что бы у них в жизни ни происходило, на старости лет вспоминают те отношения, которые у них были с другими людьми. Это же эксперимент был поставлен, начался в 1936 году. Парням, которые в него принимали участие, они были четвертый курс, по-моему, Гарвардского университета. Ну, то есть им тогда было там 20, условно, да? И они вот по истечении говорят, что да, самое важное – это то, что были у них другие люди в их общении. А сейчас вот много есть людей, которых вы можете вспомнить и сказать: «Вау, это такая была важная часть моей жизни». Буду помирать, буду сидеть и думать: «Господи ты, Боже, как же ж было хорошо!» И вот драма, которую мы должны понять, которую мы должны воспринять для себя как вызов. Вызов состоит в том, что общаться с людьми по поводу самого себя и их кажется сейчас скучным. Сможем ли мы получать настоящее удовольствие от общения с другими людьми? Что для этого нужно? И вот мы видим составляющие. Первое – это нужен навык высказываний, сказания того, что вы внутри себя ощущаете как смыслы. И это внутренняя работа. Обнаружить внутри себя что-то, что является мыслью, над которой вы корпели, и которую вы можете передать кому-то, как открытие, как особое знание. Это первая составляющая. Вторая составляющая, крайне важная, принятие другого. Принять другого – это не сказать: «Ну ты такой, слава Богу», а то, что это что-то больше, чем то, что ты про него думаешь. И допустить эти в нем дополнительные измерения. И тогда у вас есть ощущение, куда вы отправляете смысл. И третье. За счет совместной деятельности. Для того, чтобы я мог сказывать самого себя и слышать другого, я должен обладать с ним совместными значениями, то есть производить с ним совместную деятельность, что-то вместе делать, чтобы знаки, которыми мы пользуемся, обретали универсальные для нас с ним значения.